Давай! В доме свет горит, в доме свет таит, на столе льняная скатерть, да хрустальный штоф. Я вошел в тот дом, я присел за стол, но показалось я не кстати, что зря сюда зашел. Я вижу на столе свечи, подумал, будут и подарки. Вот только, брат, не свечи, а плывшие огарки. Сосчитал мимоходом 14 свечей, и вдруг тихий холод, и что-то ёкнуло во мне. Это же мои, это же они, это яркий свет тех далеких лет. Это заря, это костер, крепкая семья, 15 сестер. Я вспомнил этот дом, я распахнул окно. 40 лет я не был в доме, что ж произошло? Отзвенела медь, да остыла печь. О былом величии помнит лишь хрустальный штоф. А что же с вами, сестрицы? Мы были стройные, как свечи. Отгорели зорницы, стали сутулыми плечи. Видать, в угарной привычке провел я 40 лет. Растерял вас, сестрички, семейный предал завет. Вы же мои, вы же мои, вы яркий свет тех далеких лет. Это заря, это костер, крепкая семья, 15 сестер. Я пошел набрать воды, нарвал донник и полы, чтобы в доме пахло медом, я донник заварил. Из полыни кокучи я веничек скрутил, вымел всю из дома нечисть и крепко дверь закрыл. И теплом дыхнула печка, я вощины взял медовые, и все сестрички-свечки восстановил по новой. Каждую в подсвечник, каждую зажег, чтоб все по-человечески и стало хорошо. Вы же мои, вы же мои, вы яркий свет тех далеких лет. Это заря, это костер, крепкая семья, 15 сестер. Это заря, это память и пульс, крепкая семья, мой Советский Союз. Ребята, быть едиными, крепкими и настоящими. Ой, спасибо.